Меня зовут Александр Кашеверов, я работаю в компании DataR с 2011 года. Начинал с веб-разработки с внутренних проектов типа DataR.com, DataR.ru, DataR UK, IT Nonstop. Ну, там не было еще IT Nonstop, были другие юзер-группы всякие разные. Вот. И в какой-то момент перешел в разработку на вне внешних клиентов, и, в общем, с тех пор сначала на Backbone, потом на Angular, сейчас до сих пор на Angular уже больше 3 лет. И что там, как там дела? Больше 3 лет, и последнее, чем я занимался полгода или больше года, это автоматизированное тестирование, про что я хочу рассказать. В общем-то, из первых рук то, чем занимаются крупные финансовые компании, хочется поделиться опытом, рассказать что-то. Работает. Отлично, спасибо. Это был слайд на мои предыдущие слова. Следующий слайд. О чем я расскажу, я уже рассказал, и для кого, и зачем. В общем-то, это актуально для крупных проектов и минимум средних. Для мелких проектов, наверное, не стоит этих усилий. Там, скорее всего, нужно максимально быстро предоставить какую-то услугу и, в общем, rush, паника, быстрее все сделать. А для крупных проектов такое не работает. Здесь, конечно, необходим такой системный подход, все точно, чтобы работало, каждая функция, модульные, unit integration и так далее. Я сначала расскажу про тестирование в общем, повторение мать учения. Второе — это применительно к веб, потом покажу примеры. Примеры будут на JavaScript, Node.js с NPM и все вот это вот вокруг. Конечно, каждому хочется, чтобы конечный продукт выглядел так, как его задумывался, как он задумывался. Но, к сожалению, не всегда это на самом деле работает. И, в общем-то, именно для этого нужно тестирование. Тестирование родилось в 1980 года, и в 80-м оно начало уже набирать популярность, еще когда был DOS, и тестировали входные параметры, выходные параметры, и люди старались сделать так, чтобы продукт был стабильный. И дальше вообще IT развивается, последний тренд — это все переходит в интернет, веб-сайты. 10 лет назад такого представить, ну, слабо можно было, 20 вообще невозможно. И, конечно, тестирование перешло и в эту область. Чтобы не произошло подобных случаев, необходимо тестировать все с самого начала до самого конца. Автоматизированное тестирование — это часть процесса тестирования на этапе контроля. В общем, прочитать можно самим. Конечный продукт должен быть качественный и должен выполнять изначальные требования. Применительно, вообще это очень широкая область, и тестирований множество, потому что крупные продукты, например, какой-нибудь сервис по продаже онлайн-билетов, либо поисковая система. Это очень крупный продукт, и задействовано огромное количество функциональности, включая бэк-энд, фронт-энд, интеграция с разными сервисами. Вообще это, ну, колоссальная работа, и поэтому и тестирование разбивают на отдельные части, чтобы оно не было одно большое тестирование, все перемешано в кучу, а вот это отвечает вот за эту область ответственности, это эта область ответственности, это и так далее. Я рассмотрю в докладе два. Это модульная и функциональная. Есть еще, ну, интеграционная, регрессионная, юзабилити, нагрузочная безопасность, совместимость альфа-бета, аттестационная система и так далее. Я уверен, что еще какие-то есть. Применительно к вебу. Здесь, как и в любой области, есть своя специфика, как и в Android, как и в iOS и так далее. Для веба это, конечно же, веб-сайт может открыться на различных устройствах, на телефоне, планшете, в телевизоре наверняка уже можно открывать. Соответственно, там есть множество разрешений. Если сайт мультиязычный, то необходимо проверить, действительно ли он может переключаться русский на английский, китайский, японский и так далее. Вероятно, веб-сервисы используют сторонние API, Facebook, ВКонтакте и Инстаграм и тому подобное. И критично важна, конечно, скорость загрузки, потому что веб-сайт должен открыться, и пользователь будет рад, если он откроется за ближайшие там, пару секунд. Если больше, то он уже будет испытывать какой-то негатив к этому веб-сайту, ему будет неприятно им пользоваться. Учитывая, что если есть какой-то конкурент, то
проще с конкурентом работать. И, конечно же, это бизнес-репутация. Крупные программные продукты, например, которые продают авиабилеты, для них это очень критично. Они заявляют, что мы вам продадим билет за такие-то деньги. Пользователь ожидает, что я сейчас зайду на сайт и куплю билет. Он заходит на сайт, и не работает поиск, или не работает, или все работает отлично, а в конце нажимаешь оплату, и он говорит, ошибка. Это очень сильно расстраивает, и, в общем-то, как и в отношениях с людьми, если кто-то не выполняет обещания, в следующий раз я уже подумаю, спрашивает ли этого человека или нет. Так же и, в общем-то, здесь. Если есть конкурент, который предоставляет услугу на более высоком качестве и уровне, то проще прийти к нему. Если, тем более, билет нужно купить срочно, завтра лететь куда-нибудь, то без вариантов вообще. Есть обратная сторона всего этого тестирования и всего этого качества. Это, конечно же, время. На юнит-тестирование, интеграционное, на все вот эти вот этапы уходит огромное количество времени. Вплоть до там, половины всего разработки или даже больше. Для тех, кто только придет к этому и только будет этим пользоваться, это уйдет еще больше времени, пока понять, что это, как это работает и так далее. Мы рассмотрим два вида тестирования, это модульное и функциональное. Модульное тестирование. Википедия говорит вот примерно вот это. Изолировать, цель — это изолировать отдельные части программы и показать, что по отдельности эти части работоспособны. В общем-то, так и есть. Есть программный продукт, есть контроллер, который отвечает за бронирование. И у него есть большая функциональность. Например, запросить из API авиабилеты с такой-то даты по такую-то дату. И при клике на кнопку должны отправляться эти данные, чтобы API вернуло правильный ответ. В общем-то, мы пишем тест, что если в одном инпуте выбрана одна дата, в другом другая дата, и мы кликаем на что-то, то передаются такие-то параметры, и, в общем, входные и ожидания, они, соответственно, верны. Например, я рассмотрю, сделаю пример для функционального и модульного тестирования. Мы посмотрим на простейшую функцию, которая высчитывает наибольший общий делитель. Простейшая функция на JavaScript, два входных параметра, A, B, какая-то функциональность, и тут есть рекурсия. Необходимо будет проверить возможные входные параметры, вообще, что эта функция существует, что она создана и что она работоспособна. И второй вид тестирования, который мы проведем, это функциональное. Я предлагаю сделать здесь, посмотреть, как работает это в браузере. Ну, то есть у нас есть функция, которая написана, которая протестирована, и мы будем эту функцию использовать в веб-сайте, чтобы человек мог вбить первый номер, второй номер, нажать результат и получить результат, который будет верным результатом. Соответственно, для этого было создано HTML, и вот это вот будет показываться в браузере. Здесь есть input 1, input 2, кнопка button get result. И вот здесь вот описана функциональность, что откуда данные взять, где нажать и что получить. Вот. И хочется, прежде чем это сделать, посмотреть немножко шире, посмотреть немножко со стороны о том, вообще этим люди пользуются применительно к вебу, и это актуально или нет. Соответственно, для модульного тестирования существует множество библиотек. Одна из библиотек — это Karma.js. Это Node.js модуль. И он начал свое существование в 2011 году. И с тех пор, в общем-то, он развивается. У него больше 2000 коммитов. Ну, в общем, очень много. И комьюнити большое. Люди обсуждают, люди требуют какие-то новые функциональности. Люди говорят, что здесь ошибки. В общем, этот продукт достаточно стабилен, его можно использовать. По сравнению с 2014 годом, в 2015 году количество людей, которые скачали его с сайта, вот, выросло чуть ли не почти в три раза. В 2015 было 12,5 миллионов, а в 2016 году почти половина, хотя прошло только 4 месяца, и, соответственно, под конец этого года будет огромное число. Здесь я хочу сказать то, что мы сейчас либо на огромном пике,
использования подобных библиотек, либо мы там на очень большом подъеме. То же самое можно сказать про функциональное тестирование. Для него существует тоже утилита, WebDriver IO, использует Selenium, и тоже начала свое существование в 2011 году почему-то. И, в общем, здесь еще красивая картина. В 2014 году никто практически не пользовался, а в 2015 он уже 360 тысяч. А сейчас уже почти достигли 360 тысяч. Соответственно, в этом году будет огромный пик. И вернемся к нашим примерам. Модульное тестирование, функциональное тестирование и функциональное тестирование с огурцом. С огурцом это потом объясню. Пример тот же самый. Тест будет выглядеть следующим образом. Это система фреймворк Mocha, из песни слов не выкинешь, и выглядит он примерно следующим образом. Мы здесь описываем в describe это категорию тестов, далее пишем сами тесты конкретные и прогоняем его с помощью библиотеки модуля Karma. Ну и надеюсь, что сейчас заработает все. Я записал видео, как это работает. Из командной строки мы запускаем. Не работает. Не работает. Может быть, вот это? Нет, не это надо нажать. Что-то не то нажал. Помоги, Вадим. Вот, я запущу отсюда. Да. Видно, что тесты прогоняются. В командной строке мы вводим строку. Обращаемся к Karma, даем ей конфигурационный файл, и все запускается. Еще раз. Отлично, не буду уходить, еще будет. Чтобы это все запустить, необходимо, соответственно, создать сетап, сконфигурировать эти тесты. Для этого будет у нас файл karmaconf.js, который будет как раз задавать параметры. Внутри мы используем браузер Chrome, указываем, где находятся файлы для тестирования, чем их надо обработать, указываем фреймворки, с помощью каких будет производиться тестирование, и как у нас будут выводиться результаты на экран. В нашем случае выводились результаты на экран, давайте еще раз покажу, следующим образом. У нас было видно в конечном результате, что вот greatest common delimiter should exist, все хорошо, галочка зеленая, should calculate correctly, галочка зеленая, все хорошо. Есть другие варианты вот этого использования. Там, например, в функциональном, то, что я покажу, там используется по-другому. Если тестов там 1000 или 100 хотя бы, то это будет очень много и неудобно смотреть, что сломалось, не сломалось. Репортер будет по-другому показываться. Вот, функциональная, соответственно, HTML-страница, то, что у нас пользователь будет видеть, и мы будем проверять сейчас. Функционально сами тесты будут выглядеть другим образом, очень похожим образом. Здесь будет использоваться глобальная переменная браузер, которая идет от WebDriver IO, и здесь мы переходим по странице, по ссылке, не по ссылке, а по URL, берем title и сравниваем title, который мы взяли со страницы, с тем, который должен быть. Следующий тест мы проверяем, существует ли кнопка Get Result. Мы берем браузер и берем текст у элемента с ID button. Соответственно, он должен быть, текст у этого button должен быть Get Result. Следующий тест — это мы берем браузер, устанавливаем значение input полю нам 1.10, input полю нам 2.5, кликаем на кнопку и берем результат. И этот результат должен быть равен 5. При запуске это происходит примерно следующим образом. Ну, то же самое, что и там, только вместо Karma у нас будет WDIO. Здесь есть два теста. Первый тест, который я написал, он виден про наибольший общий делитель. А второй тест, я подумал, что хорошо бы проверить спикеров, которые будут выступать на конференции. И он заходит на сайт IT Nonstop, переходит по ссылке Воронеж и смотрит, что такое, обратно.
переходит по ссылке «Воронеж» и смотрит всех спикеров на странице. К слову, когда я писал этот тест, это было неделю назад, в четверг или в среду добавился новый пользователь. Я это отследил с помощью этого, когда готовился еще раз. Дальше. Чтобы это все работало, необходимо, конечно, создать конфигурационный файл и, в общем-то, каким-то образом запустить это все. Вот, конфигурационный файл выглядит, ну, примерно как в прошлом, как при Karma. Ну, здесь есть своя специфика у веб-драйвера и у Karma, в общем, свои форматы по подаче данных. Здесь мы указываем, где будут храниться данные для тестирования, сами функции для тестирования. Здесь будет показано количество, какие браузеры будут использоваться. Причем в моем случае сейчас я использую один браузер. Здесь можно указать там все возможные браузеры. К слову, здесь можно указать не только имя, name браузера, но и версию этого браузера. Соответственно, можно протестировать все версии браузера, какие только можно. Здесь он будет открывать по умолчанию. Фреймворк тот же самый. Здесь репортер другой, который будет dot, который будет показывать точки на экране. И Max Instances, он может запускать несколько браузеров и кликать их параллельно. Функциональность с огурцом. Это огурец Cucumber по-английски. И, в общем-то, это просто плагин для WebDriver I.O., который позволяет писать тесты другим удобоваримым видом. То есть это понятно, что здесь происходит. Соответственно, будет проще писать другие тесты, проще писать людям не особо техническим вообще, что необходимо. Здесь есть два сценария. Сценарий первый — это мы идем на веб-сайт, который был создан, на котором у нас крутится вот этот наибольший общий делитель. И тайтл у страницы должен быть вот такой. Здесь мы проверяем, что страница просто открывается. Далее следующий... Что здесь не так называется? Следующий сценарий. Мы идем на сайт, устанавливаем значение 5 для first number, значение 10 для second number, кликаем на кнопку и получаем результат, и что результат должен быть равен 5. Этот код просто так WebDriver I.O. не поймет. Ему нужно его распарсить и взять эти значения, которые мы предлагаем, и что-то с ними сделать. Соответственно, пишутся файлы, которые это делают. Здесь есть регулярные выражения, которые будут смотреть на click on the. Click on the здесь. Где он есть? Click on the result button. Клик на the result button, здесь будет какое-то значение. Это значение, я назвал его element name. Мы берем этот element name, для него селектор из отдельного библиотеки селекторов. То есть там будет соответствие названию к селектору, название к селектору. Вот, и здесь getSelector — это еще одна функция, она описана в коде чуть выше. И селектор взят, когда браузер, клик по этому селектору, в общем, и все должно работать дальше. Соответственно, следующий сценарий будет, следующий парсер будет выглядеть see the value in the что-нибудь там element. Это будет вот этот I see the value 5 in the result element. В общем, то же самое. Есть два значения expected и element name. Берем селектор по element name. Кликаем, берем значение по этому селектору, и получаемое значение должно быть равно expected value. В общем, примерно так это все и работает. Всем этим хочется сказать, что это полезно, но важно только для проектов, которые мы действительно крупные и по-другому невозможно. Маленькие проекты, для них, наверное, не стоит инвестировать свое время и внимание на такие вещи, как такое системное большое тестирование. А крупным проектам это, конечно же, очень нужно. И хочется... Сколько у нас времени? Ага. И хочется показать, в общем, на примере. Еще раз. Как это выглядит, как выглядит проект, который, ну, тестовый проект, который я сделал. Видно? Ну так. В общем, этот проект можно найти на GitHub. Я дал ссылку в конце презентации. И здесь есть как раз-таки все эти примеры.
здесь вот этот статический файл, он как раз-таки выглядит из, состоит из наибольшего общего делителя. Здесь есть тестовый сценарий для функционального тестирования. Так выглядит тест, который мы видели. А вот так выглядит тест, который я не показал в презентации. Здесь мы заходим на веб-сайт IT Nonstop, берем title, также мы проверяем, что он соответствует тому, что нам нужно. И если да, то происходят следующие тесты. Should have 7 speakers on the event in Воронеж 2016. Взял массив спикеров и, в общем, проверил, есть ли они на странице или нет их на странице. Для того, чтобы это интеграционное с Cucumber выглядит следующим образом. Более удобное для чтения и понимания вид. Но, в принципе, делает абсолютно то же самое. Здесь есть Mapper, который будет показывать соответствие названия элемента и с его селектором. Чтобы это все запустить, необходимо, во-первых, чтобы работал сервер. Вот, и сейчас сервер должен работать. Угу. Наверху, ну, плохо видно. Здесь можем ввести, например, такие числа, получить результат, будет равен 33. Сервер запущен. Необходимо следующим шагом запустить Selenium Standalone, который будет позволять нам тестировать вообще. И дальше нам необходимо запустить тестирование. Будет происходить следующая вещь. Он сам откроет браузер, сам все проверит, зайдет, проверит всех спикеров, они есть, вообще существуют, не существуют, и выдаст какой-то результат. Да, все хорошо, все работает. Можно дополнить и использовать, например, не один браузер, а два браузера. Соответственно, в конфигурациях мы заполним capability с несколькими разными элементами массива. Первый элемент будет Chrome с такой версией, а второй Firefox. Запуская все это, у нас будет прогоняться в два раза больше тестов для двух разных браузеров. Один нон-стоп, открылся, проверил, все хорошо. Еще один браузер, Firefox, открылся. Зашел на сайт. Все, хорошо. И, соответственно, здесь будет 10 тестов. Вот. Да. В общем-то, я, наверное, закончил на этом и готов ответить на вопросы. Спасибо. Да. У меня всего один вопрос. Пробовали ли Codecept.js? Как называется? Codecept.js. Нет, к сожалению. Окей. В общем, эту штуку частично пишет наша команда. Мы устали от Cucumber, потому что там внутри приходится каждое вот это вот выражение описывать. Mm-hmm. И мы устали от Mocha, потому что там надо, собственно, писать код, а не наш сценарий. Mm-hmm. И поэтому сделали обертку над всем этим делом, у которой очень приятный DSL. Может, попробовать, нам сильно приятнее будет писать, чем вот этот вот ужас. Mm-hmm. Ну, интересно, спасибо. Я бы потом узнал еще раз название. Код, я URL потом покажу. Код, да, хорошо, спасибо. Спасибо большое за вопрос. Напоминаю, что со спикерами можно будет пообщаться в перерыве. Еще вопросы? Здравствуйте. Во-первых, спасибо за доклад. Во-вторых, вопрос такой. Какой объем покрывает автоматизированное тестирование и насколько в таких крупных проектах применимо ручное?
Насколько объем покрывает, вопрос непонятен. То есть объем в чем исчисляется? Ну именно сколько приходится ручных тестов прогонять и сколько автоматических. Ага. Вообще в идеале, ну автоматизированные они точно не покроют все тесты, и ручные они обязательно должны быть. Покроет, ну, по моему мнению, я, честно говоря, вот у меня прям нет такого количества из 10 там, или 20 проектов, и я не настолько эксперт, чтобы судить на абсолютном уровне, о чем речь. Я думаю, что процентов 95 он покроет, все-таки можно это сделать. И это будет значительно лучше. Почему? Потому что это все расширяемо, масштабируемо. Потому что можно запустить несколько инстансов для там, 100 или 200 тестов, которые будут работать параллельно, которые будут, дадут быстрее результат, чем это будут сидеть и тестировать люди. И в любом случае клик по кнопке, он занимает меньше времени, чем клик от человека по кнопке. Вот, а по поводу второй вопрос. Ну, собственно, у меня вопрос такой. Какие можете привести примеры, когда автоматически не справляется? Прям сходу. Ну и из работы, если есть. Нет, таких вот на самом деле нет из работы. Все как-то покрывали и все работало. Ну не скажу сейчас, не скажу, к сожалению. Спасибо. Спасибо. Александр, большое спасибо вам за доклад. Такой вопрос по поводу трудозатрат. То есть вы говорили, что на 50% это будет, или будет 50% от общих трудозатрат. Вот это как-то непонятно. Вот. И по поводу еще модульного функционального. Есть какой-то приоритет? То есть что как бы в первую очередь? Какое-то тестирование проводить? Модульное или функциональное? По поводу... Первый вопрос это про... Трудозатрат. Это, например, тебе нужно настроить на новом веб-сайте сервис, который будет получать данные через API. Соответственно, ты можешь его сделать просто, как тебе кажется, и написать его с тестами. Просто, как тебе кажется, без тестов, со своим опытом, ты это сделаешь там за 2 дня или за 3 дня, ну, в зависимости от того, что нужно. А если это покрывать тестами, то это займет неделю, все-таки так. Но здесь есть огромные плюсы, потому что все-таки тесты позволяют делать код более структурированный, более понятный вообще другим людям. И к этому еще плюс, он дает понимание через тесты, что делает вообще у приложения сервис. То есть человек, который не знает, пришел проект новый, он посмотрит на тесты и поймет, что там должно быть происходить. Это даст ему большее понимание. Когда проекты разрастаются до там, 2 лет на 10 человек, то никто не помнит уже, что 2 года назад было. Через тесты можно посмотреть и понять, что происходит вообще здесь. По поводу... Второй вопрос. Я опять забыл. Приоритет? Да. Приоритет... Я бы дал приоритет на сначала модульное юнит-тестирование, а потом уже на интеграционное, функциональное. Потому что все-таки по отдельному части будут работать точно. И это даст структуру. Структура очень важна в крупных проектах. Вот, а потом уже делать функциональный, интеграционный и все такое. У нас есть еще вопрос. Здравствуйте, спасибо за хорошую презентацию. У меня вопрос больше по вашей истории. Я понимаю, вы недавно начали автоматизировать. Как вы перешли от ручного к автоматизированному? Считали какие-то метрики, считали ли плюсы-минусы и... Если считали, то какие-то данные по тестированию? Все просто. В проекте нужно было это сделать, почему я начал это делать. По поводу читать. Почему нужно было сделать? Это было просто сверху разнарядка? Почему нужно? Угу. Необходимо было, чтобы перед релизом, как это обычно бывает, чтобы приложение точно работало. Люди за 2 недели сделали какой-то код. Есть тестеры, которые протестировали этот код за 2 дня, например, или за день, если хорошо. И этот код идет в продакшн, и этим кодом люди пользуются уже, клиенты платят за это деньги. Соответственно, этот день можно автоматизировать и упростить, или 2 дня. Несколько человек тестируют, а можно это сделать автоматически, в общем-то, избавиться от ручных трудозатрат.
что на первом этапе автоматизация обычно занимает очень много времени, и этот день у вас окупится там через год, может. Да, для больших проектов это нормально. И им нормально, если... Вы просчитывали это как-то? Да, да, это рассчитывается... Ну, если проект действительно крупный, ему нормально, что если через полгода это все-таки произойдет. Потому что проект крупный, он живет не два года, он живет там десяток лет. И для них это нормальная инвестиция, чтобы в будущем от этого избавиться. Я понял. А Continuous Integration пробовали? Да, он настроен, но я туда не особо лезу. Он там настроен Bamboo от Atlassian. И, в общем, там это все прогоняется. Юнит-тесты интеграционные еще не доделали, но они будут вскоре. Там что-то порядка 1200 юнит-тестов, они прогоняются. И часто на почту падает «хорошо, плохо, хорошо, плохо, хорошо, хорошо, плохо». И такие письма. Вот. Я понял, спасибо. Спасибо большое. Еще вопрос, давайте последний, наверное. Добрый день. Очень интересная презентация, вызвала много вопросов. И вот у меня тоже парочка есть. Первый вопрос касается того, проект большой, большое количество тест-кейсов. Это как реализовано во фреймворке, чтобы не путаться потом с огромным количеством тест-кейсов по различным фичам или по, не знаю, как у вас организовано это? Там все организовано следующим образом. Есть продукт, который... Ну, это JavaScript. Вообще там у нас CoffeeScript. И есть основная папка root. В папке root есть src, в которой есть модули, pages, там еще что-нибудь и так далее. Эти папки еще раскрываются и так далее, и так далее. Их очень много. Соответственно, есть папки, как бы минимальная модуль — это папка, в которой есть сервис, тест, template, директива, контроллер, что-нибудь такое. Вот здесь. Здесь пишется тест по поводу только этой директивы, этого контроллера. Спасибо. Я понял. Меня интересует больше именно, как в Kickenberry, у них организовано тесты вот как по given when then, по стандарту. И их большое количество потом будет. У вас они в одном файле, все эти тесты, прям записаны текстом? Или они у вас разбиты на несколько файлов? Также разбиты. Есть отдельная папка Features или Integration, в которой есть... И они все в этой папочке? Прям. Они в одной папке отдельно от всего проекта, соответственно, чтобы не лезть в source code. И вот эти файлы, они никак не разбиваются? По папочкам, может быть, на фичи? Ну, там есть логические отдельные части. Просто потом же их будет там тысячи, например, этих кейсов, и все в одном файле, их потом как искать, это очень неудобно же. Пока не дошли, но разбиваем все логически по частям. Спасибо. Вот. И у меня еще второй вопрос. У вас есть какая-то метрика для заказчика, которая, вот если заказчик хочет узнать, сколько покрывается тестами именно, можно сказать, кода, и тесты UI-ные, у вас какая-нибудь есть такая метрика, которая покрывается? Или, может быть, тулза, который вы используете для того, чтобы эту метрику отследить? Такой, к сожалению, нету. Проект, честно говоря, достаточно хаотичный, и на такие моменты там иногда просто закрывают глаза. В основном команда сидит не в Воронеже, а в Штатах. И, соответственно, я там один. Я интегрируюсь в эту систему, у них там своя система. Может быть, есть покрытие, но, скорее всего, понимаю, что нет. Все, большое спасибо.